26 ноября в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная открытию в столичном музее русской иконы первой выставки старообрядческих икон и предметов. На ней будут представлены экспонаты Серпуховского историко-художественного музея, в частности, уникальная икона омовения ног. Подробности в репортаже моих коллег. На старообрядческой иконе «Омовение ног» изображен Иисус, вытирающий ноги апостолам. В преддверии выставки она была отреставрирована, но не полностью. Лишь на 1/8 полотна реставраторов ожидал сюрприз. Когда мы изучили икону, которая к нам пришла, мы поняли, что есть слой 16 века. Благодаря современным технологиям сейчас можно выяснить, что находится под записью и сколько их произошло. На выставке икона будет представлена именно в таком виде, раскрытой лишь частично. Посетители смогут сравнить иконопись 16 века с изображением более позднего периода на одном полотне. Окончательное решение по продолжению реставрационных работ будет принято уже после выставки. На пресс-конференции, состоявшейся 26 ноября, в информационном агентстве ТАСС присутствовали сотрудники Третьяковской галереи и Серпуховского историко-художественного музея. Анна Васильевна собрала большую коллекцию старообрядческого искусства. Это старопечатные книги, которые будут представлены на выставке. Это иконы 15-го, даже 14-х веков. 14-19 века. Медное литье, костюм уникальный будет представлен, женский маленный костюм. Мараева также продолжила дело своего мужа после его смерти и собрала замечательную коллекцию. Потрясающее собрание, и понятно каждому из коллекционеров, что мы всего лишь временные хранители этих замечательных памятников, которые должны увидеть наши потомки. Третьяковская галерея представит на выставке уникальную икону, образец византийской культуры конца 14 века. Она будет выставлена на отдельной витрине под специальным антибликующим стеклом. Музей русской иконы – это очень важный проект. Наш научный коллектив готовил его более года. Мы очень рады приветствовать в наших стенах замечательную коллекцию. Первая выставка старообрядческих икон и предметов в Музее русской иконы в Москве на Гончарной улице откроется уже 30 ноября.